Привет, друзья! С вами Сергей Любавин. Полчаса остается до концерта, и это как раз то время, когда я посвящаю ее вам и рассказываю о нашей новой рубрике «В замочную скважину». Сегодня мы поговорим о напитке, который артисты, певцы, певицы пьют на сцене. Вы иногда видите, человек подходит, чашечку берет и пьет. Сразу могу сказать, это в нашем случае не алкогольный напиток, это не алкоголь, это еще один рецепт чая. Сегодня мы поговорим о том, как пить этот напиток в сочетании с чем. В критические моменты, когда у вас не смыкание связок, 18-й концерт, и вы не можете ничего сделать. Что? Народ ждет, надо идти, а у вас нет момента даже, у вас не смыкание полное. Вот оружие и вот рецепт. Это красный перец, жесткий, жгучий, настоящий перец. Я вот в прошлом концерте как раз воспользовался уже. Вы откусываете примерно пол сантиметра этого перца, разжевываете его, глотаете и запиваете все теплым чаем с медом и с лимоном, обычным черным чаем. Поверьте мне, жжение и теплоты вот этой хватает вам ровно, я думаю, что на концерт на час, на полтора, иногда даже на два. Но это такое действие, вы не используете его часто. Это, я повторюсь, только в критические моменты, когда голос уже не работает, когда связки уже не смыкаются. Еще раз повторю, жгучий острый перец откусываете, жуете, проглатываете и запиваете теплым напитком из чая, лимона и меда. И все прекрасно. И несмотря ни на какие несмыкания, мы продолжаем отдыхать. Ваше здоровье. Сергей Любавин.